Yes, we are looking for Prithvi Viraj. Maria came to see one boy. This is our Avilian school. She brought him some sweets from Russia. Yes. Okay. You share with your friends also. Are you good? When I will come in India, when we will ready. Ты ему скажи, чтобы он со всеми поделился. Не надо. Это Русия. Вот Индия, Русия. Ну все. Bye, see you. Bye, everybody. Bye. Bye. Ну, все снимают. Слишком их много совсем поделиться. Ну, в любом случае, это его, как бы, choice, выбор. Конечно, это его выбор, и я не имею права нарушать его выбор. Ну, вот, мы закончили быстро это дело. Bye. Это Уравильская школа. Дай-ка я дальше продолжу. Значит, то, что мы видим, Уравильская школа. Сейчас она находится в таком полуразрушенном состоянии. Я бы сказала, много лет прошло. Еще и говорят, что обучение здесь детей платное. Вот. А при матери, когда была Ля-Мэр, и когда я приезжала, уже не было Ля-Мэр. Обучение везде было бесплатное, магазины бесплатные, все было бесплатное, потому что мать добывала для всех это все. И люди могли спокойно пользоваться всем этим. Все. С вами была Мария Карпинская. Всего доброго.